Алексеев. Сергеев на синий, снова Шеломову, но это вот не под бросок. Сергеев теперь бросает уже по воротам. Алексеев слева подобрал. Сергеев не стал так сразу давать Шелунову, потом через Краме все-таки сумел. Вот передача, вот Шелунов, вот бросок Максима Шелунова. Или Сергей Андронов. Андронов держится за бедро. Я так понимаю, что после броска Максима Шелунова шайба угодила в ногу Сергею Андронову и оказалась в воротах Юхана Мацена. Но, по крайней мере, первым едет принимать поздравления 78-й номер.